Всем привет! Давно не было видоса по моделям, поэтому сейчас хотелось бы начать заново и сделать новый проект. Будет проект простой, это просто Лада Гранта от Денчика, которая YouTube хата. То есть обвесы, перекрас и новые диски. По салону ничего переделать не буду, просто делаю обвесы, перекрашу, да и все. Вот в этом будет заключаться переделка. Поэтому такое маленькое предисловие. Так, с чего мы начнем сперва? Ну, начнем сперва с того, что надо разобрать, снять краску, после чего будем наносить уже шпаклевку, выводить контуры, там спойлеры, всякие бампера, там пороги, закрывать всякие ненужные отверстия. И вот с этого мы начнем. Также потом покрасим, закрутим, покрасим. Просто соберем. Все. В принципе, недолго работа, но, наверное, затянется долго, потому что у меня времени мало. Как я, наверное, всем отвечал постоянно, то, что у меня времени мало. Вот так вот как-то. Ну, кстати, конечно, делать бы быстрее, но вряд ли получится. Ну, как-то так. Если меня поняли, теперь приступаем к работе. Поехали. Разобрал. Теперь идем снимать краску, кладем растворитель, вынимаем и начинаем шпаклевать. Так, вот снял краску, теперь надо делать спойлер, обвес и все остальное. Но это мы будем делать в следующей серии. Объясню. Просто нет времени делать все сразу, поэтому пока что как бы вне камеры начну делать, вне записи начну делать, а потом уже сниму. И это будет вторая часть по обвесу, а по покрасу, наверное, третья часть, потому что я не успеваю. Тупо не успеваю, короче, снимать. Вот. Так что поймите меня правильно. Буду сразу выкладывать, ну, другие видосы, не по моделизму, потому что моделизм занимает много времени, а другие видосы не занимают такого большого времени, занимают там, ну, может, сутки. Вот. Такие дела. А вот на моделизм уходит достаточно большое время. Поймите меня правильно. Ну все, как бы на этом закончу пока что. Всем спасибо, кто посмотрел. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Также оставить приятный комментарий. Что-нибудь себя добавить. Ну, проект вы, наверное, поняли. Это будет Гранта Денчика. Всем удачи и всем пока.